Телеканал «Shop & Show» объявляет благотворительный марафон, который состоится с 16 по 18 декабря. И сегодня мы посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Вышневолодского района. За 20 лет существования социально-реабилитационного центра у нас прошло более 500 мальчишек и девчонок реабилитацию прошли. За год у нас проходит реабилитацию более 70 детей. В нашем реабилитационном центре мы работаем по программе, которая называется «Мы вместе». То есть на всестороннее воспитание личности ребенка, подростка. С маленькими ребятишками, с дошколятами воспитатели работают по программе детского сада, подготавливая детей к школе. Все ребятишки у нас занимаются в различных кружках по интересам. У нас очень много различных мастерских. И кружок выжигания, и макраме, и ватынамки из бумаги они делают. Очень много кружков, и ребятишки с удовольствием принимают участие в них. Благодарим телеканал «Shop & Show» за проведение такой благотворительной новогодней акции. Желаем вам процветания, всего самого хорошего. Спасибо за ваши добрые дела. Зайчишка, зайка серенький, по елочкой скакал. Порою волк, сердитый волк, рысою пробегал. Порою волк, сердитый волк, рысою пробегал. Присоединяйтесь к акции, творите добро ежедневно, а особенно под Новый год. Я вот уже заработал бутылку лимонада.